Крыша, залатанная кусками старого шифера, прогнившие стропила, покосившиеся оконные рамы и облупленная штукатурка на стенах. В таком печальном состоянии находится Состюбинская больница дневного стационара. Внутри больница выглядит не лучше, но жителям деваться некуда, приходится поправлять свое здоровье в таких условиях. У нас есть два отделения, терапевтическое и детское. С медикаментами проблем нет, всего хватает. Штат медицинских работников полностью укомплектован. В терапевтическом отделении расположено 7 палат, где наши жители могут принимать лечение. Сотрудники больницы делают все возможное, чтобы, несмотря на плачевное состояние их здания, пациенты получали качественное лечение и как можно меньше чувствовали неудобства. По просторнее, может, палаты, по-современному, как сейчас вот. А так вот обслуживание, медсестры, все хорошо, здание, только вот что нам хотелось бы новую больницу, как во всех аулах бывают хорошие больницы. Но одними стараниями медицинских работников здесь не обойтись. Ветхое здание, построенное еще в 60-х годах прошлого века, ремонту не подлежит. Жители Состубе уже несколько лет просят обратить внимание на эту проблему. И вот лед, кажется, тронулся. Сейчас земельный участок акимат уже выделил. Уже на рассмотрение, АПЗ уже сделано. Теперь новое в этом году, наверное, будет. Пока же состюбинцам остается только ждать и верить, что в поселке наконец-то появится новая больница, и этот гвоздь, вбитый в стену строителями 60-х годов, отправится на свалку. Татьяна Бурдель, Ильдар Жунусханов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.